Праздник посвящен и вчерашним дошколятам, которые с сегодняшнего дня будут гордо носить звание первоклассника. И в совхозе имени Ленина сделали все возможное, чтобы сегодняшнее мероприятие запомнилось им на всю жизнь. Уже 11 лет подряд в совхозе имени Ленина широко отмечают День знаний. Для ребят приготовили праздничную программу не только в школах, но и в Доме культуры. Особо чествовать первоклассников в этом поселении стало уже доброй традицией. Мы сейчас с вами обратим внимание, как идут дети. Они торжественно идут по всему поселку. То есть весь поселок знает, что у нас есть первоклассники, и, соответственно, их ждут и всех поздравляют. В этом году впервые переступили порог школ совхоза имени Ленина 250 первоклассников. Такими дружными рядами они под руку со старшеклассниками прошествовали к местному ДК, где для них приготовили театрализованное представление и танцевальные номера. Прозвучало много напутственных слов в адрес вчерашних детсадовцев от почетных гостей праздника. Мне очень хочется верить в то, что вы будете просто замечательными учениками. И будете знать все правила русского языка, знать математику, и ваши портфели будут легкими от того, что в них будет много хороших оценок. Вы будете радовать своих учителей и, естественно, своих родителей. С праздником вас! Поздравили ребят также руководители школ и, конечно же, старшеклассники. Дорогие первоклассники, сегодня школа первый раз вас поведет дорогой знаний. Примите поздравления от нас и много добрых пожеланий. Впрочем, День знаний – праздник не только для учеников, но и для учителей. Цветами и памятными подарками поздравили их на сцене Дома культуры. А они, в свою очередь, проверили, готовы ли ребята трудиться. Первоклассники, вы готовы учиться? Да! Молодцы! Молодцы! Ну что ж, родители, а вы готовы учиться? Да! Ребята действительно готовы и, что самое главное, хотят учиться. Потому что я хочу стать умной. Завершилось мероприятие торжественным вручением ленточек первоклассника и памятных подарков, а также запуском воздушных шаров. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.